Всем здорово! Мы играем в Plants vs. Zombies, с вами Фанни. И хочешь купить дополнительное место? Выложи ясно. Так уж и быть. Отлично. Приключения 3.3. Приключения 3.3. В прошлой серии мы выиграли 3 стрел. Стреляет хорош, но в 3 направлениях. Мы его попробуем. Возможно, будут хорошие. Но это взять шут. Что тут? Ля, что мышка зависла. Да вы шо? А, вот мы и попробовали 3 стрел. Правда, я надеялся на чуть другое. Ничего себе, если он потянет. Да что такие эти? Прошла первая волна.
пошли более сложные зомби, и три стрелы начинают с ними справляться. Поэтому поставлю еще одного живуна вот сюда. Будет самый раз. Копеек пока маловато. Еще мы прорвемся. И кажется, что засада приходит. Здесь не... Опять второй подводник. Ё-моё. Для разнообразия поставлю минку. Под конец приходит уровень 3.3. Да вы шо? Так, шазам, быстренько разберись с ним. Все, последняя волна. Тунги. Надо было брать вишенку, сейчас бы как ударил. Там-та-дам-та-дам-та-дам. Что-то похоже на пещеру. И там водоросли. Водоросли, которые утягивают зомби под воду. Ну это походу типа кабачка, только на это. Ну как его? Ну возьмем, попробуем. Поехали. Сажу. Что за помехи слева, справа? Ой, как повезло! Опа! Опа! Кто к нам пришел? Вы посмотрите.
Да что вообще, хороши, хороши. В деньгах. Эти водоросли пробовали. Угу. Ебанашка, тяжело. Да! За помехи. На, по мозгам, кулачком. Да, конечно, еще волна будет. Это засада. Ё-моё, зубы голубые. Это последняя волна этого уровня. Конец-то.
ё-моё. Прям как знает. Опа! Ну, наконец-то! И что это за ключ от всех дверей? Ключ от машины Дэва, теперь он может тем вещать лавку безумного Дэва. Вот и прочитали. И вот мини-игра наконец-то. Очень маленький. Вот, блин. Ух ты! Увы. Можно даже ничего не делать. И это перец. Реальный перец. Этот перец уже реальный перец. Халапеньо уничтожает всех зомби на линии. Ну вот и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Фанни. Пока.